На месте скорая помощь, вот-вот приедут сотрудники полиции. Здесь, на улице Северной, рядом ЖК «Одинбург», строители проводили технические работы по замене линий электросетей. Предупреждающие знаки не были установлены. В итоге металлический трос упал на жительницу, оказавшуюся рядом. Мы шли с той стороны улицы Северной, переходили дорогу. Сзади шел мужчина с ребенком. И буквально здесь рабочие что-то делали. Но никаких предупреждений не было. Мы перешли, просто в секунду падает трос на голову мне. Алла обратилась к участковому, сотруднику отдела продаж ЖК «Одинбург» и написала жалобу в Добродел. Кто понесет ответственность сотрудникам полиции, еще предстоит разобраться. Ну а жителям необходимо быть внимательнее в зонах повышенной опасности. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».